всего 15 лет, и он наживка в охоте на педофилов. Он был такой по 3 метра ростом, я испугался. Вы совершили преступление. Рецидив 90%, их тюрьма не останавливает. И они дальше смогут заниматься педофилией. Эй, тихо! Так, тихо, ребята. В студии средь бела дня мама мальчика, который считает сына настоящим героем. В понедельник, сразу после судебного детектива на НТВ.